поправочка, это не Golf, это Discovery, почему-то не поменяли надпись. Сейчас вам покажу ресторан, такая зона гостевая. Красиво, конечно, пахнет приятно. Это по дороге в ресторан. Слушайте, ну большой достаточно. Если вы особо не заходили, много. Предлагаю система входить в депозит, но не заставляют. Если они отказываются, депозит можно не оставлять. Ресторан в Emperor Discovery. Огромный. Это, в принципе, все характеризует. Сейчас пошлите пройдемся. Ну, я думаю, питание здесь очень даже будет хорошее. Нет никаких запахов неприятных. Все очень красиво, очень большой ресторан. Давайте я вернусь, быстренько покажу, что у нас там на вид из ресторана. Очень-очень быстро вид на бассейны. Да, на бассейны и на море. Вопрос. И да. Когда гости останавливаются здесь, они могут пользоваться всем парком развлечений? Если это включено. То есть по концепции смотрим, да? А сколько стоит посещение самого парка, если, например, они не оплачивали? Ну, 880. На взрослого 700, на ребенка. Это один раз, да? Один раз. Посещение. Один раз. После 4 часов вечера здесь 50% скидка. То есть могут пойти в 4, заплатить там ровно половину. Стандартный номер Deluxe в отеле Emperor Discovery. Балкон. С раздельной кроватью и с видом на балкон и сразу бассейн. Можно выйти. Смотрите, территория, вот они виллы. Море, белый широкополосный пляж, бассейны. Пойдемте посмотрим сам номер. Ох, шикарно. Ну, сейчас такой номер. Как здесь ванная. А что по питанию вообще? Питание тоже в зависимости, что гости оплатили. Может, есть просто завтрак. Угу. Есть фуллборд. Это только питание. Максимально. Все включено во сне? Нет. Это даже завтрак или трехразовый? А если они, например, есть двухразовая, одноразовая. Катя курсирует 2 часа. Да, он бесплатный, да? 2 раза в час. Угу. 2 раза в час. Конечно. И всю ночь. В зависимости от гостей. Ну, то есть, если гостей нет, конечно, она не едет. Угу. А если кто-то задержался? А вся инфраструктура на пляже у нас все включено в стоимость стандартной путевки? Или тоже где-то с дополнительной оплатой, например, будут зонтики, лежаки? Нет, все включено. Только бар, услуги, напитки. Также у нас кинотеатр. Бесплатный? Нет, это бесплатный, но на английском языке. С вьетнамскими субтитрами. На время такого дождливого сезона мы перенесли в конференц-зал. В общем, нет такого ничего. Учить английский, там же бонус, да? По поводу анимации в лобби-баре, которая сразу за ресепшеном находится, у нас каждый вечер филиппинская группа выступает с 7 вечера до 9:30. Поют русские песни, если русские гости наши знают. Все в восторге, когда там Катюша или еще что-то, или там Пугачёв. Филиппинская группа? Планируете путешествие? Обращайтесь к нам. Наши менеджеры помогут организовать отдых вашей мечты. Звоните нам по телефону, указанному на экране, или контакты, которые будут в описании под видео. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока! Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.